вкусные кабачки сегодня не жарим, не запекаем. Рецепт очень быстрый, за 5 минут. Кожицу с кабачков я не удаляю, потому что они у меня молоденькие. Если кабачки не слишком молодые, то лучше их почистить. Срезаем попки. Мелкие кабачки нарезаем тонкими кружочками. Более толстые кабачки, крупные, или места, где кабачок расширяется, порежем полукругами. Теперь кабачки заправим. На 600 граммов кабачков я беру 2 крупных зубочка чеснока. Пропускаю через пресс. Добавляю щепотку красного жгучего перца. Со специями ориентируйтесь на свой вкус, как вы любите, попекантнее или понежнее. Также добавляю щепотку черного молотого перца, пол чайной ложки молотого кориандра, 2 столовых ложки яблочного уксуса, 2-3 столовых ложки растительного масла, столовую ложку меда, или кто не употребляет мед, можно заменить сахаром или сиропом стевии. И также порежем пару веточек зелени. У меня это укроп. Теперь кабачки нужно посолить по вкусу и все перемешать. Попробуйте сразу кабачки, хватает ли вам сладости, специй, чеснока, кислоты. Все это можно менять по своему вкусу, и получается очень-очень вкусно. Эту вкусную закуску из кабачков можно сразу подавать на стол. А можно эти кабачки поставить на несколько часов в холодильник, тогда они хорошо промаринуются и только выиграют во вкусе. Если этот рецепт вас заинтересовал, готовьте на здоровье. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях или хотя бы оставьте смайлик в комментариях. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья. Увидимся в следующем вкусном видео.